Наталья, добрый день. Какую компанию вы здесь представляете и с какой целью вы здесь? Добрый день. Мы представляем коллективный стенд правительства Москвы. Представлено 13 производителей, московских производителей, начиная от кондитерских изделий, заканчивая агропромышленным нашим комплексом, который представляют овощи, зелень, выращиваемые на территории города Москвы. Какие задачи стоят перед этой выставкой? Задачи у нас амбициозные. Мы планируем подписать несколько экспортных контрактов наших московских производителей и с Китаем, и Вьетнамом, и Таиландом. Также планируем организовать более 150 встреч для всех наших компаний с потенциальными их партнерами для дальнейших переговоров и, возможно, также заключения экспортных контрактов. Наталья, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.